Veuillez accueillir la prochaine patineuse. Representing Sweden. Одна из самых миниатюрных спортсменок современности Сатоко Миохара уступает лед одной из самых высокорослых фигуристок в одиночном фигурном катании. Это Юши Хельгисен из Швеции. Семья Хельгисен долго боролась и на Стокгольмском чемпионате Европы доборолась таки до высоких результатов. Сейчас осталось, правда, только Юши Хельгисен. Виктория завершила. Ну а Юши продолжает кататься и делает это чаще всего очень даже достойно. Неудачно начала. Программа «Тройной луц» пала. Спасала она каскад. 3-2 тулуп-тулуп получился. Хорошо Опять же, можно сказать, что Юши Хельгисен в собственном репертуаре получается у нее значительно реже, чем не получается даже в короткой программе. И вот с первыми прыжковыми элементами младшая из двух сестер Хельгисен, к сожалению, не справится. Но, тем не менее, несмотря на ошибки, она каталась с настроением, пыталась передать его публике. Ну, оценка действительно невысокая, потому что ошибки были такие серьезные, явные. И вот этот луц первый, который она упала, он еще оказался недокрученным. А... Может быть, если бы докрутила бы и не упала, глядишь, это же тоже, соответственно, влияет. Нет? Да, конечно, конечно. А каскад тоже не получился, но, опять же, неудачно. Она не очень удобно приземлилась с первого тройного тулупа. И, ну, она понимала, что совсем без каскада остаться, это будет совсем, видимо, печально. Добавила все-таки двойной тулуп. Но это все было так исполнено не очень, не то что чисто, да, прям с ошибкой. И это тоже отразилось на оценке судей. Ну и смотрите, пока несколько непривычно, да, видеть Брайана Орсера рядом с Юшей Хельгисен. Все-таки мы привыкли за долгие годы, что рядом с ней, рядом с ее сестрой Викторией, постоянно в качестве тренера находится ее мама. Но перебралась Юши Хельгисен в Канаду и теперь пытается под руководством одного из самых серьезных, одного из самых успешных тренеров последних нескольких лет
улучшать собственное мастерство. Не просто улучшать, а ну да, явно он был прогрессировать. Недокрученный вот этот Луц. Некоторое расслоение наблюдается сейчас в результатах. Есть несколько спортсменок, которые набрали за 60 баллов. Ну и в частности одна японка, Юка Нагай, Мирай Нагасу, все-таки американка. Одна кореянка, 53-43-40 еще есть у Нагай, но это совсем не серьезно. А вот те, кто за 60, будут бороться за пьедестал. Йоши Хельгисон даже не за 60, а до 50. И, в общем, наверное, за пьедестал бороться при том уровне конкуренции, как сегодня, ей будет в произвольной очень и очень непросто. Это еще мягко сказано. Let's get it.